Привет, друзья! Сегодня будет полезный мастер-класс, как легко и быстро удалить волосы из головы куклы. Кому интересно, как головушка была снята с тела куколки, смотрите предыдущее видео. Как вы видите, у куклы не очень густая прошивка, и волосы настолько липкие, что пачкают пальцы. Это клей, которым заливают прошивку внутри головы. Он просочился через отверстие и сильно испачкал волосы. Первый шаг. Рядом с собой положите пакет, чтобы мусор не разлетался по всему столу. Захватываю по небольшим прядям и остригаю волосы у основания, очень близко к голове. Я состригла волосы и теперь ножницами еще раз стригу пряди до состояния щетинки. Шаг второй. Плавим клей. Чтобы расплавить клей, которым была залита перепрошивка, я погружаю голову куколки в кипяток. Эту процедуру вы можете повторять, когда чувствуете, что клей снова застыл. Шаг третий. Удаляем волосы. Клей внутри головы расплавлен, и с помощью маникюрных ножниц я соскребаю комочки клея по внутренней стороне головы, который тянет за собой сразу несколько прядок. По мере соскребания прядок с помощью пинцета вытаскиваю комочки клея. Я чувствую, что клей застыл, прядки с трудом вытягиваются и опять погружаю голову в стакан с кипятком. Посмотрите, во что превратились мои инструменты после удаления волос из головы куклы. Но это не беда, их легко можно отмыть. Волосы из головы почти все удалены, и посмотрите, насколько чистой стала внутренняя часть головушки. Небольшие торчащие пучки я удаляю с помощью круглогубцев или пинцетом. Все волосы удалены, и голова стала абсолютно чистой. Если мастер-класс был для тебя полезен, то обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Пока-пока и до новых встреч! Тебя такой, какая ты есть. Плохой, хороший, страшный, красивый, добрый, какая есть.